Матч с тульским АКМ стал для рубиновцев 13-м к ряду с набранными очками. Третью встречу на ноль отыграл в регулярном чемпионате Олимбет ВХЛ Егор Назаров. В первом периоде были незасчитаны шайбы в ворота обеих команд. А на 33-й минуте первый после возвращения в Рубин гол забросил Алексей Митрофанов. А на 56-й Владимир Бобылев эффектно выиграл кулачный бой у Владислава Рыбакова. Эмоции накалялись всю игру, и просто так случилось, что в принципе... Я был не против, и парень был не против, и подрались. Выполняли тренерское задание. Друг за друга все бились, были одним целым. Рубин сохранил лидерство в таблице Всероссийской хоккейной лиги. 8 ноября тюменцы примут столичную «Звезду».